Всем привет! В первую очередь, как всегда, хочу сказать огромное спасибо за подготовку моему тренеру Владимиру Владимировичу Шигуну. Хочу сказать спасибо всем, кто за меня болеет, переживает, моим роднулькам, моим друзьям. Сегодня старт сложился удачно для меня. Я прыгнула по зимнему личному рекорду. Это всегда приятно. Приятно, что результаты растут, приятно, что наша работа выливается в такие результаты. Всем хочу пожелать удачи, хорошего выступления, всем добра. И какие дальнейшие планы на зимний сезон? Буду выступать еще на чемпионате, буду делать два вида, вы меня увидите, и на тройном, и на длине. Так что приходите, болейте.